Привет. Сегодня один матч в баскетболе, да? Это Единая лига ВТБ, матч между Пармой и Кальвом, да? Вот. Других матчей, к сожалению, нет. Вот. И поэтому делаю прогноз, ставку на этот матч. Я еще на этот матч вчера сделал прогноз в Телеграме, да? Вчера я поставил на фору Пармы минус 4,5. Сейчас в Бет-Сити эта фора уже минус 7,5. Блять. Вот. Поэтому, кто сейчас ставит, да, я рекомендую ставить эту ставку в фонбете. Там фора минус 5,5. Мой прогноз на этот матч — это фора победа Пармы с форой минус 5,5 за коэффициент 1,85. Вот. Мне кажется, это хороший коэффициент. Почему? Я считаю, что Парма выиграет. Они сильнее просто. Вот где-то очков 10-15 они должны привозить Калеву. Да, Калев в прошлом туре обыграл на выезде ЦСКА, забросив 108 очков. Ну почему так произошло? Да потому что хуёво ЦСКА играет. Хуёво играет ЦСКА. И это один момент, а второй момент — то, что у Калева летело все. Вот просто бывают такие матчи, когда летит все. Вот я смотрел этот матч Калева и ЦСКА. Ну, просто летит, летит и все. Вот. Можно сказать, бросает из дальней дуги, чуть ли не середины поля, с сопротивлением все равно попадает. Причем попадает так, что вообще без вариантов. Вот. Я думаю, долго не будет продолжаться. Парма — неплохая команда. Они, кстати, выиграли у ЦСКА. Выиграли дома у ЦСКА в этой единой лиге ВТБ. И тоже там они на последних секундах забили просто сумасшедшие трехочковые чуть ли не с середины поля со скоком от щита. Вот, вот. У них тоже был такой случай. Но в целом Парма сейчас посильнее Калева, да. И я думаю, они должны нахлобучить этот Калев. Я думаю, для очков 10-15 они должны нам привести. Они должны Калеву привести. Поэтому у меня вот такая ставка. В общем-то, говорить больше нечего. Повторяю свою ставку. Победа Пармы с форой минус 5,5. Ждем матча. Матч начинается в 17:30. Всем пока.